Страсбурга вел немалое количество матчей в меньшинстве после удаления. Так что вроде бы, ну, должен был Гамбург. Эмре Ашика удалили, и именно была борьба. И выполняя подкат, сам неудачно сыграл в этом эпизоде Арда Туран. Так что пас направо. И еще одно падение, ну как-то чрезмерно далеко вперед выбивает мяч. Рост и борьба на левом фланге, пытается Герреро эту борьбу завязать. В центре. Два комментировать поединок Гамбурга еще на групповом этапе против Бирмингема. Между прочим, нам сейчас трибуны показали. Не точно. Игра, однако, у нас продолжается. Многовато. Я так упорно ищу Харри Кьюэлла. Сознательно вводили в заблуждение Гамбург. А может быть, просто перестраховывались. Однако стало подвижным футболист. Я говорил о потере в составе от футболистов Гамбурга. На самом привычном левом фланге. 40 лет всего-то. Когда-то был капитанок, в свое время, дождемся, чем вот эта атака закончится, в свое время один из самых ярких турецкого клуба справляется с фланговыми вот этими передачами, прострелами, навесами. От Колина Бенджамин рискованный, но чистый. И в очередной раз Герреро по правому флангу пошел. Футболист с передачей Герреро. Что-то скользят очень много футболисты. Команду выступали. И оба ее покинули, когда пришел в Ливерпуль. Герреро. Вот, прорывается Герреро. И хорошо у него получается. Не стал пасовать на Олича. Олич уже забежал в офсайд. Герреро. Маза после увольнения Скиби был не кто-нибудь, а сам Георгий Хаджи. Говорили, что он может возглавить Галатасарай. Тем более, что Георгий Хаджи долг. Герреро. Очередной его проход, но здесь как раз нарушили правила. Да, заигрывается, но играет удачно. А у нас гол забивает Гамбург. Вот вам и Герреро. Стоял, стоял. Да. Одержал победу, был в сарай. Концовочка у нас будет бодрая. По-моему, рикошет был небольшой. Снабдил мячом Герреро, а Герреро пробил. И приклеился, между прочим. И еще сразу прострел. Опять опасный момент. Турецкие команды, они сказуемостью. Так хорошо игру вели. И вдруг, посмотрите. Раз, раз, раз. И посыпалась оборона. Ну вот. Еще один мяч влетает в сетку ворот Галатасарая. Честно говоря, премьер Эрдоган их возглавляет. Опять Герреро. И выходит победителем. Два турецких футболиста как-то бросились друг на друга. Говорят, что доволен тем составом. Все игроки ему нужны, и пока деньги. Ушел Винсент Компани. И кроме... Атака у нас таким образом продолжится. Причем атака... Мягкая передача и не точно. Обыграл очень изящно, бросившись навстречу защитника. И можно, в принципе, еще один мяч забить. И сейчас Гамбург должен был это сделать. Вновь Петрой по прекрасным дриблям на Герреро.